В НАТО одобрили удары Зеленского по Москве. Министр иностранных дел Великобритании Клеверли заявил, что Украина имеет законное право защищаться и может использовать силу за пределами своих границ. По словам Клеверли, легитимные военные цели за пределами границ Украины являются частью самообороны Киева, и Запад теперь должен это признать. Мол, обезвредить Россию вполне законно. В свою очередь, мы считаем, что для того, чтобы обезвредить Клеверли, надо сделать так, чтобы, ну, например, знаменитый Солсберетский шпиль взял и упал главе Foreign Office прямо на голову. Совершенно законно. Согласны?